Это парки, где гуляли наши цари. Очень красивые аллеи, деревья. Слышите, музыка начинает играть. Вот здесь вот они отдыхали, общались, слушали прекрасную музыку и наслаждались удивительной природой. Мы идем как раз туда, где играет музыка. А это потрясающий один еще из фонтанов. Видите? С зонтиками девочки забегают, потому что здесь, видите, вода. Девочки, помашите мне ручкой, я снимаю вас. Как вы там? Хорошо. У меня зонтика нет. Отлично. Класс. Вообще так интересно. Выходите, я буду снимать это. Красота. Где зонт взяли? Это у нас там еще на прокат. Понятно. Ирина Курчанова, Нижний Тагил. Ирина, помаши ручкой. Ирина! Ирина! Ирина, помаши ручкой. Привет Нижнему Тагилу! Я тебя не фотографирую, я тебя снимаю. Я тебя снимаю. Ой, да ты что тут так здорово? Скажи же, шикарно, да? Ты меня шарфом спасла, все шикарно. Кто не поехал, пусть грустит. Да, 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 абсолютно правильно. Мы идем дальше, смотрим. Уходим от этого прелестного фонтана. Все стараются сфотографироваться там. Идем дальше смотреть красоту. Все слушают и восхищаются этой музыкой. Следующим наше исполнение вокальное. Ава Мария. Субтитры создавал DimaTorzok.
Сюда встань, попросил вас. Сюда встань. Какая музыка. Какая красота. Такое эхо. И все слышно. Да, вот эти вот камни. Слышите музыку? Я ее слышу. Все гуляют. Все слушают. Наша группа пошла. А это Елена. А это Светлана Луговых и Елена Некрасова. Красиво, какая музыка, да? О, разбежались в разные стороны. Пошли дальше. Боже мой, сколько фонтанов. Сказали, что здесь 152 фонтана. И овечки. Фонтаны.